Добрый день. Сегодня я хочу рассказать о 13 забавных ошибках, которые я обнаружил на сайте Wildberries. Начнем с самой смешной. Это сандалии, из чего вы думали, из кожуры тыквы. 50%. Если вы не верите, я добавлю ссылочки в описании видео. Дальше. Следующий. Топ с давлением 1 бар. Наверное, немного жмет. Дальше. Валенки, у которых высота какие-то доли сантиметра. Вот, ну тут ошибка в том, что они в 100 раз все заменьшили. Занизили. Кардиган. Казалось бы, это должен быть кардиган, но у них было написано на сайте кардан. Вот сейчас они исправили эту ошибку. Дальше. Манго, туника. Она, оказывается, вот здесь они исправили опечатку, она была для этого самого эзотерическая. Так, дальше. Тапочки. Тапочки были из соломы и остались из соломы. Дальше. Спортивный костюм. Заяц. Длина изделия 12 метров. Брюки. Как вы думаете, брюки, конечно же, без рукавов. Костюм. Плотность утеплителя 5 грамм на квадратный метр. Рубашка. Как вы думаете, чем комплектуется эта рубашка? Она комплектуется платьем. Тебе точно надо было управление комплектацией. Да. Дальше. Недавно... Нет, не слипнется. Носки, консервы, носочки для принцессы. Вот. Как вы думаете, откуда появились такие товары? Наверное, потому что... Да. Вот в комплекте к этим туфлям шли таблетки, но они их уже брали по моей заявке. Рубашка. Рубашка комплектуется роботом-мойщиком. Очень практично. Вот. И, наконец, лонгслив. Ну, он весит всего лишь 0,07 грамма. Вот. Ну, видите, все-таки по моим обращениям здесь правят ошибки. Большое спасибо за внимание.